Соскучились? Время отправляться в полет. Елизавета Токтамышева не дает возможности зрителям соскучиться по себе и уж, конечно, забыть о собственных выступлениях, равно как и о показательных номерах. Чемпионка мира 2015 года обновила в нынешнем сезоне, конкретно на этом турнире, личные рекорды за короткую и произвольную программы. Готовы сейчас поделиться стаканчиками с теми счастливцами, кому достанутся эти напитки. Охладиться перед номером Токтамышевой есть большая необходимость. Если большинству фигуристов есть что сказать планете своими номерами уже после окончания выступлений, то у Лизы Токтамышевой это по-настоящему показательный номер. Хотите знать, что нужно для того, чтобы исполнять аксель в 3,5 оборота? Лиза покажет и расскажет, как делать этот сложнейший элемент. Спасибо Токтамышевой за этот сезон. Елизавета была прекрасна в первой части сезона на этапах Гран-при и в финале, где она стала серебряным призером. Ну и, конечно же, ее бессменному тренеру Алексею Николаевичу Мишину, который только на этом турнире подготовил сразу трех фигуристов. Елизавету Токтамышеву, Софью Самодурову и Андрея Лазокина. Браво!